Это ненужные вещи. Так министр внутренних дел прокомментировал предложение столичного депутата установить вокруг Астаны регулярные блокпосты, чтобы наблюдать за теми, кто въезжает в город. У нас свободное перемещение, как мы сказали. Астану ограничивать, я не думаю, что это сейчас вот как бы это ненужные вещи. У нас достаточно средств, чтобы оперативно наблюдать город. Закрывать я не вижу необходимости. Напомню, постоянно следить за теми, кто приезжает в столицу, потребовал депутат Маслихата Астаны в конце прошлой недели. Азамат Айтхожин считает, что нерегулируемый поток мигрантов провоцирует рост преступлений, да и вообще плохо сказывается на жизни горожан. Общество к предложению депутата отнеслось по-разному, но, пожалуй, самой яркой реакцией стал баннер, который практически сразу установили на одном из въездов в столицу с портретом деятельного депутата и названием «Блокпост имени Айтхожина».